давай пока за мной аккуратно минусовывай. Это ворон ведет бой возле амбара. Так, Дизи, найди справа от меня позицию какую-нибудь хорошую для пулемета, чтобы просматривать в блокпостах. В общем, уходи вправо пока что. Просматриваешь? Так, Аркадий, ПЗ, давайте к нам. Так, я отходил, но вы продвинулись вперед? Вперед и вправо немного. Принял. Задача тоже левее или правее несколько метров найти Адизи позицию хорошую для того, чтобы просматривать мост и приближающий район. Понял. Там на 180 человек вроде лежит. Воу-воу-воу. Назад все, назад. Это, видимо, он был. Чё ж я такой везучий? Так, мы свободны. Если кого-то видите, стреляйте. Н1.
Наблюдай за мостом. Иди с позиции лежа, попробуй достать. Если высунется, открывай огонь. Попробуй вырубить, можно, скорее всего. Там они простые. Так, Паша, мы с тобой справа уходим. Паша, слышишь? Да-да-да-да. Мы с тобой вправо уходим, за мной иди. Какого столба? Левого? У любого, чтобы просматривать входы в амбар и в старый амбар. Так они вроде зайти туда не могут. Так, все, давай к амбару. У них там чисто мост как-то удерживать. Они не могут выйти с этой территории. Наш. В амбаре, да, наши. И рядом. Интересно, на эту водонапорную вышку можно залезть? А, да, стрелять-то можно же, да? Фонарь вырубите этот. Снайпер. Я вижу. А, посмотри. На 160 примерно там постройки, а на крыше построек этих, не доходя до моста, там фонарь.
БТР на связи? БТР на третьем. Давайте принял. БТР, прием. Что, что, что? А вы можете фонарь вырубить слева вот в постройке на крыше? Вырубить. Мы на него уже это нормально так патроны потратили и не попали. Вот надо взрывать надо, слышите? Взрывать. Вот своими гранатометами. Понял. Мы его просто не знаю, не смогли сломать. Угу. Все, все, стой тут, тут. Короче, фонарь не вырубить, его надо взрывать. Снайпер, тогда камни просматриваем. Понял. Лука, а ты командуй, ты ж командир. Пока ждем. Ждем вторую группу, пока подойдет. Да, я медик. А, Паша, сейчас секунду. Это последняя лента. Паша, иди к амбару, там у нас раненый. Паша. Амбару, какому амбару? Тут их много. Сейчас, один метка БТР высад. Сейчас, посмотрю на карту сначала. Вижу, иду. Сейчас откуда стреляю, да? Да-да-да. Там вторая группа уже находится. Мне кажется, не стреляю. Так, кому врач? А я, да. Нет, врач, я тоже. Ты остановись. Ручки трясутся. Алкоголизм. Так, пишешь, что ты под морфином, у тебя боли нету. Медкит нет у тебя боли. Есть? Так, сейчас посмотрим. Первая помощь. На первом медкит вообще-то у меня есть, но он не хочет он на тебя применять. Да, мне прибежал медик, сейчас разбираемся. А чё есть? Есть вариант стрельнуть в ногу и медкитом полечить. Но это может летально закончиться. Да, я как-то боюсь, мне уже много раз попали. А, народ, я думал, вам уже первое вот это укрепление можно штурмовать. Не с БТРа популевого, наш же хотите, чтобы его попливали. Да мы кидайте, да, вперед займите, под мостом смотрите. Даже кровь не пошла. Едет на связи. На связи. Так, привязан. Половина рожка. Ну, лент. Господи, как больно. Двигайся ко мне. Видел мою позицию? Во. Нет. Эль, чудеса кровопускания. Да-да. Это метод там среднего века. Мне так, ногу там полечили. Ну ты под морфином. Да все, больше ничего не надо, если первая помощь не хватит. Ага. Луковка, мне возвращаться? Да. Да, пробежка по полю такая.
Зоник, ты один остался, нет? Это, вместе с тобой подходите вот к первому домику или что это? Я лук. Как по мне стреляют? Все, я вернулся. Ты имеешь в виду противоположность? Не понял. Противоположный берег? Да, да. Я под огнем. Не позицию. Так, Ворон, ты здесь? Значит так, сейчас я и Паша, мы будем продвигаться в сторону моста. По правому берегу. И твоя задача сейчас занять позицию и в случае чего огонь на подавление. Если по нам начнут стрелять. Смотри, противоположный берег. Сейчас найди себе позицию грамотно. Там справа от амбара или слева, как хочешь. Смотря по карте, идите с левой стороны моста, потому что с правой там засада. Если с севера смотри. Я смотрю от нас. То есть, с той стороны ты имеешь в виду, откуда виден противоположный берег? Я имею в виду, если севера смотреть, ну как, на карту смотреть, то с правой стороны моста, там меня обстреляли, я раненый. С правой, да? Да, да. Фит, со второго на первый переключились, у вас много народу живых? Тебе помощь нужна? Нет, мне врач нужен. Врач? Да. С левой стороны моста нас сжимают, не можем даже до точки Эрда обратно. Так, ладно, Паш, мы с тобой справа пойдем сейчас. Хорошо. Отлично, пока дым, давай пошли. Сейчас дым? Ребят, нужна помощь, с левой стороны из-под моста долбят. Луковка, дым готовить или кидать уже? Дым уже идет, смотри впереди. Беги за мной. Хорошо. Метров 20 позади меня. Дизи, прикрывай, в случае чего огонь на подавление. Дал метку враг 2. Это кто? Походу ноги-то. У меня ноги задеты. Я не смогу. Слышишь? Давай к нам. Может я стреляю, ты побежишь. Народ, подтягивайтесь к домикам. Ворон жив? Кто из них?
Давай, веди огонь, веди, обстреливай там. Изи, ты жив, ты на связи? Да. Выдвигайся на нашу позицию. Слышишь, выдвигайся к нам. Эй, сверху, сверху моста с левой стороны там. Да, репит, добежал я, подранили меня, валял без сознания. Наш под мостом проверили, нет? Можешь встать. Вперед проезжай, вперед. Далюсь, сейчас посмотрим. Кто еще пострелять? Там с левой стороны, где и был, только а наверху уже чувак лазит. Давай ко мне. Парни, меня не застрелите, я подхожу к мосту с левой стороны вдоль воды. Стой, стой, стой. Сейчас. Так, Горан, у вас... Едь на таран, машину снеси. Наши что прошли. Да, налево, на мой заезжай. Так, Беттер, по-моему, сожгли. Лендровером на другой стороне. Близко к Беттеру не подходите, загоритесь. Надо под мостом проверить, гранатами кинуть. Пипец, с левой стороны, перед мостом нахожусь, вдоль берега. Есть наши кто-нибудь рядом с мостом? Да, я. Да, моя группа вот сюда. Что? В Беттере живых уже нет, все. Гранаты есть, надо под мостом проверить. Вы мне вытащите его? Да они сгорели уже там. Мне командование не передалось. На этой стороне, на нашей есть кто-нибудь? Я есть, но я не около моста. Я подальше. Так, под мостом никого я проверил. Кто ранен? Я ранен. Сильно? Твои! Достаточно. О, костерочек. Это было. Катайся, ложись и катайся. Не подходи ты к нам. Отходите с позиции, сейчас накроют всех. Подпольным огнем. Отходи, 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 Дизи, отходи назад. Ранен. Принял. Отходите назад. Отбегаем. Вот.
меня видишь, вдоль берега иду. С той стороны. Здесь прикрой. Можно мост переходить. Так, кто перевязывайтесь там, кто ранен? Мне нужен труп, чтобы подобрать кого-нибудь уже. Что тебе нужно? Труп, чтобы оружие подобрать. А он сгорел, оно сгорело. Сгорело. Найди труп. Труп найди какой-нибудь. Хорошо, ты посмотрел с левой стороны вдоль моста. Есть что-нибудь? Нет активности. На мосту наши бегают, да? На мосту наших нет, перед мостом наши. Забежали. Я переплыл. С левой стороны канал переплыл, я на той стороне моста. Еще раз. Геройствуйте, если вариант. Да, можно порваться под мост. Паш, прикройте, я по мосту пошел. Прикрываю. Репит, с левой стороны моста переплываю. Так, с противоположной стороне моста против. А мы перешел на первый канал. Бар, там было оружие, помню, у кого-то валялось. Мужики свои, я безоружный. У меня патрон нет, я за пушек. Ранено? Нет, патрон нет. Вон там калаш валяется, вроде я за ним. Он сгоревший. Бейс даже так. А доберись до Land Rover, вот здесь на этом. На мосту стоит Land Rover, там может что-нибудь есть, посмотри. Может оружие есть? Нет, справа огонь с берега. С левой стороны за мостом репит подплывает. Принято. Попробую гранату сюда популять. Есть еще кто за мостом? Я. С какой стороны? Я. С какой стороны? Мы с левой стороны от моста. Противника минус один сделал. Нет, в нем ничего. Что за РГД? РДГ-2. Граната дымовая. Паша, осторожно, справа там огонь шел. Две гранатки закинул на правую сторону. Питер, Хатап, кого-то из вас вижу на левой стороне за мостом. Я не за мостом. Ну, вижу. На нашей стороне с оптикой лежу. Смотрю. Ну, ПЗ на канале. Под мостом-то надо проверить. Ну, под мостом все, под мостом чисто. С нашей стороны понял. Ну, на той стороне. Вижу тебя. Вижу, Азданик, вас вижу. С левой стороны от вас я. 20 метров. Окей. Сейчас задымлю. Пипит за тебя. Есть гранатки, поработайте куда-нибудь там дальше. Сейчас. Только аккуратнее, от репита на 200 свои. Все, есть пушка. Мостом проверьте. Кто в амбаре прием? В амбаре? Че там? В амбаре АВ, я возвращался, оружие поднимал. У тебя морфин есть? Нашел у одного там морфин трупа. Черт, ты не мог? Сейчас подползу. Можешь как-то положить? ПЗ, иди подними человека, он без ног там. Где? Около амбара, я ползу. Сейчас назад возвращаться? Точка R, возможно, точка R. Я ранен. Около камней кто на противоположной стороне? Свои, с левой стороны, свои. Нет, справа, с одной от моста. Возвращаюсь. Ой. С
Свой, да. Вы дымы бросайте, бросайте дымы, когда заказ заканчивается. А на метке R еще актуален раненый? Снэйк до пол. Принял. Никто не убежит. Уберем бары, заползаем. Отлично. Победа, значит? Да.